Особое мнение на 101 FM. 13.05 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии. Это Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Да, напоминаю нашим слушателям, что вы можете участвовать в нашей беседе, задавать вопросы через сайт echokirova.ru. Мы в процессе эфира за вопросами следим. Если будут интересны, будем их задавать. Ну что, Юрий Львович, сегодня начнем у нас... с обычной фразы, да, действительно, что все сказанное в эфире является моим оценочным суждением. Да, это программа «Особое мнение». Хорошо. Депутаты законодательного собрания, Юрий Львович, вот сейчас коллеги должны вернуться с обеденного перерыва, да, и, видимо, все-таки приступить к обсуждению двух законопроектов, которые предусматривают налоговые льготы. Это льготы для тех предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения, и имущественные налоги, там тоже определенные льготы, да, есть. Да. Вот. Ну, УСН, конечно, больше на слуху, вот этот законопроект. Ну, да. Собственно, в первом чтении его приняли 2 месяца назад. Достаточно важный и серьезный. Пошли на уступки предпринимательскому сообществу. Если тогда это можно считать уступками. Да, сократили с вот те ограничительные, как бы, условия, которые были, с 90% сохраненных работников до 70%. И говорят, что вчера по итогам заседания бюджетного комитета пошли на еще одну уступку. Это все-таки сократили порог в полтора МРОТ, да, до единицы. Да. Все остальные предложения, которые разрабатывали депутаты, разрабатывали и предлагали там, да, на совещаниях предпринимательские объединения, в частности, о том, чтобы продлить этот льготный период не только на 2020 год, но и дольше, поддержки не нашли. Не знаю, как сейчас будут голосовать депутаты. Возможно, там как-то заблокируют это все. Не, я думаю, что большинство проголосует. Вы думаете, примут? Да. Я думаю, что вот это постановление, оно будет как бы стартовым. Я очень надеюсь, что оно будет стартовым. Потому что все понимают, что это недостаточные условия для того спада среди малого и среднего бизнеса, который произошел из-за коронавируса у нас. Меры поддержки, да, недостаточны, да, про это. И, ну, потому что экономическое состояние, оно желает много лучшего желать, да. И я думаю, что это будет только старт. И я очень надеюсь, что в третьем квартале все же законодательное собрание пересмотрит эти условия. Очень надеюсь. В смысле, это будет какой-то отдельный законопроект? Ну, следующее дополнение, изменение, да, и прочее. Это же, то есть, делать это реально сделать, да? Потому что правильное применение в другой форме этого законопроекта, оно создаст такие, будем говорить теперь уже, стартовые условия для мелкого бизнеса, который достаточно несет серьезные потери в данный экономический период. Очень незначительное количество, Юрий Львович, вот в том виде, попадает, в котором, да, сейчас, тем более, да, принимается, очень как незначительное оценивают количество. Эксперты, что это в районе 10%, не берусь говорить да или нет, ну, такую экспертную оценку я слышал. Тем более мы знаем, что по условиям налогообложения наши, как сейчас принято говорить, коллеги в других регионах принимают совсем другие условия, да, и часть бизнеса, понятно, что ищет более благоприятные экономические условия, переходит в эти регионы. А Кировская область теряет налогоплательщиков. Конечно, да, особенно это на объемах скажется. И чем больше это будет времени происходить, тем больше это будет сказываться. И чем раньше мы сможем поменять условия для предпринимателей, тем это одномоментный не дает, конечно, показатель, но на перспективу это будет работать. Юрий Львович, а почему бы сразу не принять какие-то более, ну, я не знаю, расширенные условия? У нас, ну, то есть, если все равно возвращаться к этому вопросу, вот просто в подтверждение ваших слов, я сейчас кировский шептун читаю, да, они пишут, ну, такой, не знаю, там, да, расшифровку, что ли, заседания ЗАГС-собрания. Губернатор Игорь Васильев сказал, что ситуация вынужденная, и мы не были готовы к таким условиям, если говорить об УСН, ну, да, когда срок уплаты по налогам, да, в 2021 году, у нас есть остался время проанализировать. Вот я тоже думаю, что так, да, это произойдет. Ну, жизнь заставит это сделать, даже при всем нежелании это делать. А ресурсы-то будут? Ресурсы чего будут? Ресурсы сделать и пойти на уступки. Потому, но что изначально ведь нужны... Минфин, насколько я понимаю, говорил о том, что мы не можем, ну, себе этого позволить. Понимаете, что Минфин — это такая бухгалтерия работающая, да? И сотрудники нашего Минфина практически, я думаю, что на 100% никто с бизнесом связан не был никогда в жизни. То есть не работал в этой сфере? Да, не работал в этой сфере. Не сталкивался. Да, они такие теоретики бизнеса. Притом серьезные теоретики бизнеса.
пытается учить всех и вся. И думаю, что жизнь все же заставит поменять точку зрения и нашего такого мощного Минфина на эту проблему. И подвижки в этом вопросе все же произойдут. А если не произойдет, то тогда по вашей оценке, насколько серьезным может быть отток кировских предпринимателей в соседние регионы? Да, хотя вот я недавно совсем перед нами выступала на заседании Кировской городской думы на комиссии. Руководитель налоговой инспекции, она в цифрах показала, что вроде, ну, ничего тут такого страшного. Я сколько последняя пришло, цифра, которую ушло. Я слышала, по-моему, 54 предпринимателя. Я думаю, что больше, да, конечно. Я, конечно, я знаю достаточно тоже немалое количество. Но вот на этом заседании пришли два предпринимателя, которые ушли уже из нашего региона. Но только два этих предпринимателя дают 95 миллионов налогов. В год? В год, да. Два. Мы знаем, что уже не дают. Нет, уже не дают. Уже могли не бы дают. Дать и желали бы работать, ну, оформленно быть на территории нашей области. А они не говорили, при каких условиях они готовы вернуться? Или все уже? Нет, говорили, почему нет. Их обстановка, давление, которое оказывает налоговая инспекция, не устраивает. Давление, это вы имеете в виду проверки? Да, количество и способы проверок. Понятно. Вы знаете, тут СМИ столкнулись тоже с определенными, ну, не знаю, сложностями, что ли, во взаимоотношении с налоговой. Такое, вы видели, да. Наверное, да, наши коллеги, бизнес-новости, источники вышли на, да. с нулем не, на обложке. Хотя я знаю, что есть, да. СМИ, которые получили в полном объеме, смогли воспользоваться... Субсидиями и льготами. Да, конечно. Ну, вот видите, эта ситуация хотя с акведами... Хотя по стране, я знаю, я общаюсь с многими коллегами по регионах, да, такие были проблемы там с акведами связаны, еще различными, но тот, кто вовремя обращался, есть такая общественная организация, НАТО называется, да, известная вам. Национальная ассоциация телерадиовещателей, да. Да. И, или она телевещателей, я вот не помню. Хорошо и часто общалась с министерствами в Москве, и те организации, которые вовремя обратились за помощью, то есть вопросы рассматривались в течение там, суток, трех. Слушайте, ну СНАТ, по-моему, сотрудничают в основном телевизионщики все-таки. Нет? Неправда? Неправда. А печатные издания... Это нет, ведь... тут только телевизионщики и радищики, не, да, конечно. Не их сфера, да. Ответственности. Тут не. Речь идет в основном о печатных изданиях, как я понимаю. Ну, я думаю, что и у печатников-то тоже есть общественная организация. Разумеется, да. Ну и Союз журналистов, да, вступился, и федеральные СМИ уже вышли, конечно. Да, с новостями об хотя, этом. Хотя, ну, вот, есть ограничения в этом вопросе, да. Слушайте, ну вообще на самом деле ведь это несправедливо, что вот из-за такой ерунды... Ну, потому что было... Одни в одних условиях, как бы, да, другие если в других. Если бы льготы предоставлялись отраслям, а не связанными с ними акведами, да, то это, конечно, процесс был... Ну, вы же вспомните, что такие ну, я считаю, что это техническая недоработка, ну, вместе а с тем... А вам не кажется, один что из способов ограничения злонамеренно затрат... было сделано? Ну, не злонамеренно. Ну, в смысле, это специально это нормальная бухгалтерская сделано. Штука, ограничить было вас... Ну, вас... В смысле, ограничить, да. Ограничить число получателей льгот. Конечно, да. Ну зачем бюджет тратится на всех смешников, которые не всегда нужны государству? Они, бывает, мешаются под ногами, поэтому нечего их поддерживать. Ага, вот так вот, да? Ну, конечно. Так это печальная ситуация, Юрий Иванович. Смеяться-то не над чем, ведь правда? Ну да. Тут речь не только о СМИ идет. Из-за акведов ведь многие страдали, и другие сферы бизнеса. Было у нас... премьер-министром озвучено, что есть корректировки, значительные корректировки произошли по КВЭДам. Потому что тогда точно так же получателей резко сократилось количество. И тогда предприняли поправки по КВЭДам. Ну и теперь надо понимать, что надо осмотрительнее к этому относиться. Но вообще АКВЭД можно за один месяц поменять. Это никто же не знает, какие АКВЭДы будут в следующий раз прописаны, ну, в постановлениях мере, о помощи. По крайней мере, сейчас... под ситуацию, ну, ты теряешь там один месяц, а зато на следующий месяц ты можешь уже пользоваться. Не, хотя есть, вот по СМИ, там надо было на 1 марта иметь соответствующий АКВЭД, да? А по другим видам бизнеса это не было такого требования. Не работает. Не работает. Не знаю. У меня ощущение, что все-таки государство в этом смысле... Вертолетных денег оказалось мало. В этом смысле не доработало. Нет, тут дело не в вертолетных деньгах. Дело даже вообще не в деньгах. Тут просто дело в таком, да, несправедливом каком-то подходе, потому что кому-то дают, кому-то не дают, а работают, и все занимаются одной и той же, и проблемы у всех одинаковые. Из-за того, что не все понимали о том, что делается. Мы думаем, что в Москве там сидят одни суперспециалисты, которые все до глубинки знают. Оказывается, часто, что не так. Да ладно.
Там же лучшие люди в Москве, Юрий Львович. Да, особенно которые законопроекты пишут, да. Согласен. Они зарплату большую получают. За что-то же получают там у Мищи. Ладно, я хотела вас еще спросить по поводу коронавируса и ситуации в целом с коронавирусом. Возможно, видели вы уже, да, что продлены ограничения в Кировской области до 24 июля, то есть еще на неделю. Те ограничения, которые действуют, то есть те виды бизнеса, которые открылись, слава богу, не закрылись, новые пока работают. В отличие от многих, кстати говоря, стран, да, других, где, если я понимаю, там вводятся какие-то ограничительные меры вновь. Да, есть такие страны. Есть такие страны. Испания, ну, сейчас вчера суд отменил те ограничения, которые были, да, вводятся в различные, в региональных, по регионам вводятся ограничения. Вот, но у меня ощущение, что в Кирове вообще мало кто понимает, что сейчас можно делать, а что нельзя делать, потому что... Есть правила, которые были прописаны. Вот все в этой студии... Просто их не выполняют, и это очень плохо, что их не выполняют, у нас очень недисциплинированные... население. В течение последней недели. Если надо в общественных местах находиться в маске, значит, надо всем находиться в масках. Да не находится никто, потому что не заставляют. Нет обязательства находиться в маске. Это рекомендованная история. Понятно. Надо вести такую разъяснительную работу в таком объеме, чтобы это дошло. У нас ведь ящик, когда надо, пробивает все и вся, ведь, правда? Разъясняет, куда идти голосовать, как голосовать. Также надо было и по ковиду с таким же упором и настойчивостью объяснять населению, как надо правильно соблюдать эти санитарные правила, которые необходимы на данный период. Угу. Я даже не столько о масках, я сколько про там, какие-то мероприятия, массовые мероприятия. Да. Ну, условно говоря, то есть массовые мероприятия у нас до сих пор запрещены, до сих пор не работают кинотеатры. Хотя кинотеатры говорили у нас здесь в студии, что они готовы обеспечить меры безопасности, рассадить всех в шахматном порядке, у них там дезинфекция и все что угодно происходит. Да? А в магазинах продуктовых мы этого не видим и не видели с самого начала. Ну, тем как не менее... дезинфекцию в магазинах? Нет. Ну, там же нет такого, чтобы кто-то... извините, двух покупателей между собой как-то там распределял на расстоянии. То есть у них там веревочки эти натянуты, да, на полу, но мало кто соблюдает. Ну, неправда. Ну, как неправда? Я, по крайней мере, требую этого соблюдения и соблюдает, когда объясняю, что надо отойти от тебя на 1.5 метра. Еще редко кто отказался выполнить эту просьбу. Ну, потому что надо проявлять настойчивость в этом вопросе. Вот то есть вы считаете, что кировчане не соблюдают ограничительные санитарные меры, потому что недостаточно информационной работы? Ну, они... может и это быть, и, ну, и какие-то другие факторы, наверное, действуют. Все считают, что они такие ничем не поражаемые люди, многие. А может ли вообще очень плохо власть требовать от кировчан? Вот губернатор недоволен тем, что кировчане не носят маски, например, да? Угу. А может ли власть требовать от кировчан носить маски, если масками кировчан обеспечить не могут? И кировчане вынуждены маски покупать? Ну, тут двоякость есть в этом. Губернатор говорит, маски сейчас есть, их можно купить. Да, но это требование государства, поэтому надо, как бы, я думаю, что предпринять меры должно и государство, ну, то есть местная власть. По обеспечению в нужных местах. Хотя есть организации, где ты приходишь вот, без маски, говорят, предлагают, вот возьмите маску. Есть такое, я в банках сталкивалась с этим, да. Я в промышленных предприятиях сталкивался вот вчера. Ну, то есть у них есть запас, видимо, да, я был вчера там, у себя в округе, говорят, посещал предприятие, мне сразу на проходной предлагали маску. У нас, говорит, вот такой режим. Я действительно был на этих предприятиях, и сотрудники были в масках работали. А предприятия частные или государственные? Частные предприятия. То есть они, скорее всего, эти средства закупают сами. Ну, конечно, сами закупают. Сами закупают и сами их выдают. Понятно. Да. Не знаю, мне кажется, что вот до той поры, пока не будет это все в бесплатном виде и везде, никого не заставишь. Может быть, ну... Можно выражать недовольство, но заставить не получится. Ну, если будет такой штраф, как в Англии ввели сейчас, 100 фунтов за отсутствие маски, ношение маски. Слушайте, но вам не кажется, что эта история, она ведь, она, вот понимаете, одно дело ты в маске, другое дело ты в маске, которая чего-то защищает там людей, которые рядом с тобой. То есть это должна дело быть новая маска. В том, что ты руками не трогаешь лицо. Лицо, вот, все. Только это? Самый главный фактор, конечно. Ты не трогаешь руками лицо. Я просто вспоминаю звонок одной из наших слушательниц, которая сказала, что маску она носит, вот эту медицинскую обычную маску, она носит ее 1.5 месяца. Она ее стирает периодически и носит. Маска, естественно, ничего не защищает, но она есть. Ну да. Главный фактор — это не трогать лицо. Доступность.
трогать лицо поражения, и мыть, да, руки. И мыть руки. Да. Давайте, Юрий Львович. Я думаю, что это придется еще долго достаточно, да, делать. Давайте, Юрий Львович, по-городски. Но зато население хоть руки научится мыть. Это тоже хороший фактор. Да мы мыли всегда. Что это вам так кажется. Ну ладно. Может быть, я слишком хорошо думаю про сограждан. Да. Давайте к городским темам обратимся. Не знаю, видели вы, не видели интервью главы администрации города Дмитрия Осипова, который он дал ГТРК? Нет, нет. Но вот оттуда наши коллеги, источник новостей, несколько информационных поводов. Серьезных? Серьезных нашли. Ну, во-первых, судя по тому, что говорит Дмитрий Осипов, у нас в Кирове планируют все-таки, наконец-то, сделать некий единый стандарт остановок общественного транспорта. То есть, я думаю, что они будут приближены к определенной местности. То есть в исторической части города, я считаю, они даже... Это мое мнение. Это мнение. Не знаю, да. Как... Разрабатывается, да, или что-то? Ну, их 4 проекта, насколько 4 я знаю, проекта разрабатываются, угу, да. Но депутатов с ними еще не знакомили. Нет, не знакомили. Ну, это и нет необходимости, на самом деле, это функционал исполнительной власти. Но я думаю, что ознакомят на комиссии, угу, которую я тоже принимаю участие, мы, наверное, посмотрим. Так, возвращаясь к тому, что они должны быть разными. Да, вот я считаю, что они должны быть реально разными, то есть в разных частях города, ну, в исторической части, там, в одной, в спальном районе, наверное, другие должны быть. Ну вот, мне больше нравятся предыдущие концепции, которые, к сожалению, не были не выполнены. Я в них видел большую перспективу, она сделана в других городах, что остановки, павильоны отданы в концессию при определенных условиях. Это каждая остановка кому-то отдана в концессию или есть определенная организация которая целиком отдается? Целиком отдается, да. Так. Там соответствующие оборудования при некие павильоны, угу, даже при остановках, с требованием там наличия воды и других там сантехнических вещей. Входила уборка окружающей территории, содержание, ну, угу, и так далее и тому подобное. Но у нас предприниматели... Я вам хочу сказать, что в городе Владимир, так, за прошлый год, если не ошибаюсь, там 567 или 576 этих остановочных... Павильонов, около, да, 600. То в первый год было сделано больше 300, и за следующий год. То есть за 2 года сделали весь город. Там одинаковые остановки по всему городу или разные? Немножко они отличались. Просто Владимир, да, же там тоже есть исторические районы. В Ярославле. Районы. Это Ярославле сделано, так, тоже путем концессии. То есть муниципалитет не вкладывал средства. Была снижена значительно, хочу сказать, значительно снижена цена аренды места. Да, это произошло, но зато получили качественные, хорошие павильоны остановочные. Но это ведь крупный бизнес какой-то должен заняться. Мне кажется, какой-то маленький не потянет. Это вам так кажется. Ну, весь-то город обеспечить остановками. Ну, нашлись интересанты, значит. Смотрите, это же не кроме того, что там можно торговые павильончики организовывать, да, это же еще и реклама. Ага. Ко всему еще. Ну, можно. Нет, на этом, конечно же, да, можно зарабатывать. Вопрос просто в том... Ну, все зависит от региона и вот экономического... Что именно должно быть и что должно представлять? Ну, что там разработан стандарт, с ним знакомят. В интернете можно с этим ознакомиться. Угу. Я предыдущим руководителем администрации показывал это, рассказывал. Как реагировали? Ну, очень хорошо реагировали. Даже действий не было. Реагировали очень положительно. Ну, вот я с Дмитрием Осиповым на эту тему не общался. Еще. Да, не успел еще у нас. Не дошли руки до этой темы. Слушайте, а во Владимире, Ярославле, ну хорошо, там павильон с водой, какими-то сантехническими... Нет, это магазины, которые... Магазины, ну, оборудованные. Торговые точки, угу, которые не просто там ларек, где можно голову склонившись просунуть. То есть это мини-магазин? Мини-магазин, да, с дверью. На каждой остановке? Нет, не на каждой. Но есть. Ну, есть, но их очень много, да. Это обязательно, чтобы была дверь, чтобы был прилавок, освещение. Ну, условия для работы продавца соответствующие. Вот я о чем говорю. Или биотуалет, или стационарный туалет должен быть. То есть там много, достаточно много требований к этим местам. А сама остановка, это просто вот крытый павильон, или это все-таки насыщенные какими-то техническими штуками конструкции? Насчет технических я не помню. Телефон зарядить, какая-то карта сенсорная, нет? Нет, этого я не видел на тех, которые показывались. Там альбомы я видел, uh-huh, с проектами, еще фотографии видел. Ну, смотрелось очень прилично. Хочу. Мне сейчас смотрелось это все очень красиво. Ну, то есть и надежность конструкции такая, не летающая от порыва ветра. То есть там не из профнастила? Нет, не из профнастила. А из чего?
Я сейчас... Стекло? Стекло какое-то. Стекло, да. В основном стекло. Это крытые или, или открытые остановки все-таки? Ну вот говорится о том, что... Полуоткрытые. Полуоткрытые. Но они достаточно закрыты. То есть от ветра, да, можно спрятаться, да, зимой? Да. Можно спрятаться. От осадков, от ветра вполне можно. А в Кирове, как вам кажется, есть те, кто мог бы этим заняться? Ну, это все от условий зависит. Наверное, ну, если мы не охватим весь город, да, то та часть, которая интересна для бизнеса, по крайней мере... Ну, для бизнеса, мне кажется, интересна будет центральная часть города. Хорошо. Разве плохо будет, если центральная часть будет в хороших, красивых, достаточно таких современных павильонах? Хорошо. Ну, у нас же закрывали в свое время магазинчики. У нас много чего закрывали. У нас вот взяли, сняли всю рекламу с транспорта. Вот кто мне может объяснить, по какой причине? Город теряет достаточно много средств, да? Бизнес недополучает, тоже не зарабатывает. Мы не получаем налоги. И для чего это сделано? Не получаем, между информацию. Весь мир ездит, у них троллейбусы в рекламе, автобусы в рекламе, да? А как давно это случилось? А вы вспомните, кто тогда был, руководил нашей городской думой. Вот в тот период и случилось. Так, Юрий Львович, давайте без загадок все-таки. Давайте слушателям скажем. Что тут нового, ничего не все. Кто руководил нашей думой? Быков руководил нашей думой. Владимир Васильевич, да. Рекомендации были такие для образования. Давненько. И не вернулось. Если я понял, что растяжки там в центральной части города, да, это было плохо, некрасиво. Например, ну, в конце Московской, когда никому мешали, я не знаю, ну, мешали, пускай. Растяжки — это нехорошо, да? Ну, а зачем убирать рекламу? А вы Елене Васильевне задавали этот вопрос? Нет, или Елена Васильевна, может быть, задавала кому-то из глав администрации, нет? Нет, ну, сейчас этим не занимаются. Просто вот я, наверное, на очередном заседании комиссии... Вы об этом скажете? Скажу, да. Я сам про это подзабыл, теперь вспомнил. А с Денисом Прологом вы не обсуждали этот вопрос? Нет, не обсуждал. Ну, у него внутренняя реклама ему как бы удовлетворяла, наверное, в свое время, когда он другой организацией руководил. То, что в салоне находится, да, в салоне, вы имеете в виду. Да. А я говорю про наружную. Снаружи, да, нельзя. Ну, там, лобовые части троллейбуса — очень эффективное место для рекламы. Я как человек, который использовал это место, скажу точно, что это работает. Очень эффективно. Да, оно всегда чисто и всегда и работает еще ко всему. Я один из первых практически в городе использовал эти места. Общественный транспорт. Ну, да, вот, ну вот, пожалуйста, ну, Дмитрий Осипов, между прочим, подсказка. Ну, маленький кусочек для, может капать бюджет. Подсказка, да, как это можно сделать. Действительно, вот, кстати, на остановке-то можно делать. Ну, остановки в сети Локи поставить можно? Можно. Красиво, оригинально будет смотреться, и чистенько все это будет. Угу. Но все-таки вот вы больше за то, чтобы они были разными, например, да? То есть в центре они такие подисторические какие-то, нет, да? Не так, нет, не обязательно. Главное, чтобы они были качественные, главное, чтобы они убирались. Главное, чтобы были чистыми. Да. Слушайте, тут... Ну вот... и все же была защита некая человека, который находится от осадков. Угу. У нас есть такие павильоны, где ты не понимаешь... Не спрячешься. Для чего он поставлен. Ни лавочки, просто ни лавочки, название ни павильон, и все. Там табличка висит. С маршрутами, да, которые конечно мимо идут. Еще одно было заявление сделано Дмитрием Осиповым в этом интервью. Эта история связана с чугунным ограждением на Октябрьском, ну, проспекте. Да, он пообещал его восстановить. Это прозвучало... Мы можем это только приветствовать, Юрий Львович? Первый раз я слышал это, когда была приемка дорог в присутствии губернатора. Угу. Но Дмитрий тогда еще сказал очень интересную тему. Я, к сожалению, как-то пропустил это, не знал. Что есть другой способ ограждения тут для выполнения условий, которые требует ГИБДД. Это кустарник высотой 70 сантиметров. Да, понятно, что кустарник требует ухода, да? Но его опять красить не надо, как заборы, мыть меньше. И если пойти еще в дополнение к тем заборчикам, которые у нас стоят... Серые. Серые, да. И в новых местах начать работать с кустарником, чего, как я понимаю, Дмитрий Осипов и собирается сделать, то я буду двумя руками за это. То есть он прямо вот сказал, что он собирается сделать, ну, кустарники. Он планирует, будем так говорить. Рассматривает вопрос. Ну, точнее. Слушайте, это хорошая история. Он не утвердительно сказал, но он сказал, что я рассматриваю. Потому что сначала он пообещал, что серые заборы перестанут в Кирове ставить, а теперь выясняется, что он кустарники рассматривает. Это замечательно. Да, что это есть возможность такая по техническим требованиям делать кустарник. Это же лучше кустарником, чем серыми заборами, правда? Ну, конечно, ну, да, с кустарником лучше. Ну, что подстригать. За ними надо ухаживать, да, они могут разрастаться. То есть, если это спирея, например, то она разрастается достаточно, ну, там активно. Подбирается специалисты определенные. Но не на Октябрьском проспекте. Там, там чугун. Мы не обсуждали ни места ничего, что просто сам принцип. В целом. Да. Это, я считаю, что очень хороший подход. Юрий Шельмензон в нашей студии, депутат Кировской городской думы. Делаем перерыв на рекламу и вернемся через полторы минуты.
Особое мнение на 101 FM. Юрий Шлеменцон в нашей студии, депутат Кировской гордумы. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Хотела вас попросить, Юрий Львович, к строительству переходим, да? Mm-hmm. Прокомментировать ту новость, которая была вот фактически несколько дней назад, ну, в понедельник, да? Mm-hmm. Днем она пришла о том, что проведены обыски в администрации города Кирова, связаны с уголовным делом о злоупотреблениями полномочиями некими сотрудниками мэрии. Я так понимаю, что речь идет об управлении архитектуры, да, и градостроительства. Наверное, да. И в качестве одного из объектов, на котором были допущены нарушения, приводится здание на Советской 58Б в Нововятске. Якобы были подписаны документы о приемке здания в эксплуатацию, но оно достроено не было. Это реакция на выступление в разделе «Разное» нашего коллеги-депутата Ерохина, который показал ряд объектов, которые были приняты по документам. Угу. На самом деле они были или недостроены, или не в том виде, в котором можно считать это уже законченным строительством. А зачем в мэрии, не знаю, там ответственные сотрудники, может быть, и не мэрии подписывают эти документы, ну, если они знают, что... Ну, это такой схематоз существует. Значит, там вы, когда строите стационарное помещение, так, то землю можно выкупать. Под ним? Да, под ним. Они выкупаются там по определенной цене. Да, потом, то есть это дешевле получается? Ну, конечно, дешевле. Потом меняется ПЗЗ на землю, то есть под использование под другое, и возводится другое строение. Ну, то есть, условно, можно построить одноэтажный какой-то объект, зарегистрировать его как капитальный, а потом на месте этого, получив разрешение, построить многоэтажку. Ну, типа... участок получить по льготной, да, потому что, если цене. Если вы покупали землю под отдельно многоэтажку, то она стоила совсем по другой цене. А зачем же тогда те, кто подписывает эти документы, сами себе проблемы? Вот у них проблемы? Правоохранительные органы и спросят. Понятно. А есть какие-то вот в среде депутатской там версии, в чей адрес, за кем пришли, что называется? Не знаю, там есть подписи, наверное, на этих документах, вот за теми и пришли. Ну, кто вот подписывает такие разрешения? СМИ называли две фамилии. Они называли недавно написавшую заявление об увольнении главу департамента градостроительства, архитектуры Ирину Рубцову и экс-замглавы администрации Романа Морозова. Ну, больше звучала фамилия Морозова, чем Рубцова в этих вот вопросах. Угу. Ну, может, так. То есть надо подождать расследование, тогда будет все понятно. Ладно, мы точки надеемся. Будут расставлены, я думаю. Мы надеемся, что у ФСБ нам расскажет все как есть. Ну, я думаю, что будет Следственный комитет заниматься, не ФСБ. Да? Да. Может, они вместе? Может, вместе. Генплан. У них есть такие тандемы, бывает по отдельным. Юрий Львович, вы ознакомились с этим документом? Не, я полностью с ним не ознакомился еще, поэтому я... Видели ли знаю, вы? Знаю, что я читал обсуждаемый генплан на различных там телеграм-каналах о том, что да, исчезают зеленые зоны. Да, что то меня, есть... меня, конечно, очень не радует. Не, ну подождите, что значит исчезают? Зеленые... Генплан ведь еще не утвержден, как я понимаю. Говорю, в проекте генплана исчезли определенные зеленые зоны. Очень интересно вообще, ну, потому что это не просто определенные зеленые зоны, это вполне себе конкретные зеленые зоны. То есть это сквер ОДК железнодорожников, это многострадальный парк возле Дворца пионеров, вокруг которого столько было споров и настолько негативом там, да, это все окрашено, что я вообще не понимаю, как можно на него покушаться еще. Что-то там, насколько я помню, еще с зеленой зоной возле Макси на Московской. Ну, то есть, я думаю, что специалисты внимательно все это изучат, депутаты тоже будут изучать, консультироваться. А это может быть связано с тем, что генплан разрабатывали не кировские специалисты? Я думаю, что нет. То есть они, может, просто не учли какие-то наши реалии? Нет? Нет? Вы думаете, это изначально задание было такое? Я думаю, что им, ну, не задание, но некие рекомендации давали те, которые местные товарищи. По поводу того, что вот здесь можно зону изменить с рекреационной на зону, неплохо, которая предполагает застройку. Да. И как бы это же не мы, это же там те... А те товарищи, которые дают рекомендации, они понимают, что это вызовет народное недовольство? И не только там... Они занимаются зарабатыванием денег. Вот и все. К сожалению. И мы это видели на протяжении уже не одного года, что происходило с архитектурой в центре города и в других частях города.
Ну, слушайте, ну вот сейчас история следующая. У нас сейчас Владимир Васильевич Быков под следствием, да? Угу. А у нас сейчас вот обыски в очередной раз и прочее. Ну, неужели ну, там эти истории, они не работают? Что это как... происходит во всех практически областных центрах. Для страстки. Это не какая-то такая, ну, мы не такая зона единственная на всю Россию, где это все происходит. Ну, мы не аномальная зона, это нет, правда. Это везде аномаль... так, единственное, да? Что у нас более-менее спокойно с осадками, в отличие от всех близлежащих регионов. Вот видите, что-то хорошее у нас тоже есть. У нас нет этих страшных гроз, у нас ни деревья не падают, у нас нет наводнений. Так что у нас очень даже хорошее место в этом отношении. Да, только застраивают все равно зеленые участки. Ну да, пытаются застраивать, но не все еще удалось, поэтому будем противостоять. А получится отстоять? Слушайте, ну вот сейчас это вышло наружу, вот эта история, да? Получится отстоять или нет, как вам кажется? Я думаю, что получится многое из того, что мы хотим. Кто должен, не знаю, первым за собой народ повести? Ну, у нас же есть общественные слушания, да, которые все пытаются каким-то способом отменить по разным вопросам. На общественные слушания да. Народ не ходит, потому что не знает, когда они проводятся. Нет, вот, ну, вот я как-то вот недавно, вы на прошлой неделе как раз обсуждали общественные слушания, да, что там никто не знает, но это неправда. Все это достаточно доступно. Вот я всегда знаю, когда проходит общественное слушание, если это мне интересно, ну, важно для меня, я прихожу на них. То есть даже стало вопрос, что депутаты не знают. Это неправда. Идет рассылка, и все депутаты знают. Когда это вам рассылка идет, а людям-то не идет обычно. В программе упомянули, что депутаты даже не знают. Значит, персонально всем депутатам присылается в общественных слушаниях. Я вот могу ваш, показать свою электронную почту, нет, ничего. Ладно, депутатам, да. Депутатам, депутатов знают, приглашают. Поэтому да. На своем округе должны приходить на эти слушания и принимать достаточно активное участие. Слушайте, Юрий Львович, у меня вот какой к вам вопрос. А вы как депутат в своем округе готовы, например, зная о каких-то важных общественных слушаниях, там, ну, может быть, не ножками каждый дом обойти, а на подъездах которые, разместить объявление? Касается нет? Других округов, прихожу в общественное слушание, если считаю, что это важно нет, для города. Нет, я в вас не сомневаюсь. Я к тому, чтобы, например, вы понимаете, что это важный вопрос для вашего округа там, или для соседнего округа, неважно. Вы как депутат понимаете, что вот сейчас на общественных слушаниях будет рассматриваться очень важный вопрос. Вы на себя готовы взять ответственность в том, чтобы людей уведомить об этом? Или нет? Взять. Но это достаточно Но я понимаю, что это не ваша, вопрос, так-то это да. Не ваша задача, я понимаю это, но... Я могу провести собрание в округе, когда это будет разрешено. Вы можете к нам прийти и рассказать об этом, а мы людям конечно. Расскажем. Я же прихожу, я же встречаюсь же с населением не только на общественных советах. Во дворах встречаюсь, разговариваю, когда это было разрешено. Сейчас это очень так хорошо делать. Я думаю, да. Что хотя когда коронавирус закончится... Вот, были выезды, и у меня вот недавно мы с Еленой Васильевной в Талице встречались с населением, там угу. По дорогам проблемы были. В Гнусино вот на этой неделе выезжали. Ну, то есть я не сомневаюсь в том, часто. Что вы-то от людей не бегаете. Вопрос нет. Просто в том, как людей, обычных людей, жителей, которые, например, не знают о том, что сейчас вот в их конкретно там районе какая-то застройка на начинается, деле, поверьте, уведомить. Все знают? Знают, да, но не проявляют никакой активности. Знают. Только активная, очень малая часть, но их не может этих активистов на самом деле быть и много, да, приходят на публичные слушания, достаточно подготовленные приходят, с конструктивными предложениями даже. То есть я вот был, когда начал посещать эти общественные слушания, был удивлен тем уровнем подготовки. Ну, это не только строительство касается, бывает же общественные слушания, вот, когда мы обсуждали новую транспортную систему, да. Достаточно подготовленные приходят и с хорошими предложениями, интересными. Но их не так много, чтобы заблокировать какой-то, например, вопрос, да? Да вы знаете, что там нет никакого преобладания сотрудников администрации на этих слушаниях. То есть если пожелать отменить, то, это, поверьте мне, никакой проблемы нет. Просто надо быть активнее и приходить. Приходить, да. 3 минуты никакого у нас... там такого насилия, изгона... Сотрудников администрации, вот я, по крайней Вы мере, не уже видели. 2 года посещаю общественные слушания, я не видел никогда такого. Бывает там больше людей, меньше людей, но чтобы там превалировали сотрудники администрации, как бы заинтересованные в продвижении. Вы, может, их просто в лицо не знаете. Кого, сотрудников? Да. Нет, я уже сейчас многих...
Ладно, Юрий Львович, 3 минуты. У нас остается еще одна важная тема. В социальных сетях довольно активно она обсуждается. Это история со строительством торгово-развлекательного центра «Макси» на Луганской. Вот этот большой торговый центр, который сейчас строится. Да? Скажите мне, пожалуйста, вот у меня ощущение, что где-то по весне были новости о том, что при строительстве этого ТРЦ на Луганской будет строиться, сооружаться кольцевое движение. Это были требования, которые должны были выполнять эта организация, между прочим, ко всему. Но так как я думаю, что они в этом году все же осенью не запустятся. Да ладно. Темпы строительства достаточно упали. В октябре они собирались это сделать. Что вот если там весной было очень бурно и активно все, и было очень много работающих, так, то сейчас темпы так приупали. Вы поймите, что они тоже, это же бизнес, что количество желаемых арендаторов, которое было в 2019 году, и которые могут оказаться в 2020, они, наверное, на 50% точно. То есть федералы сейчас не пойдут в регионы при той экономической ситуации. Я очень сомневаюсь, что они до Нового года вообще откроются. Если они откроются в первом квартале 2020 года, то это будет как бы очень хорошо. В первом квартале 2021? 2021, то есть следующего года. Конечно. То есть темпы там видно, что они значительно... А круговую развязку-то они должны делать до открытия или нет? Ну, а вы как думаете? Ну, теоретически, я предполагала, если что до открытия. Если это в проекте есть, я вот проект не видел, поэтому... Ну, я проект тоже не видел, но я видела новости. Если в проекте это есть, то приемки не будет без этой развязки, я думаю. Ну, строительство-то пока я не видела, чтобы было какое-то. Я даже вообще не знаю... Может, его они смогли убрать из проекта? Такое всякое бывает у нас. Ладно, мы этим... Но вы ничего не слышали про это? Нет, пока нет. Хорошо. Я уточню на ближайшем заседании нашей рабочей группы. Я знаю, что вот, к сожалению, у нас затягивается проект кольцевого движения у Макария. Что значит затягивается? Ну, там оказалось, не хватает рабочей документации, пока она не будет изготовлена. Проект она там была, но рабочей документации нет. А проект там дорогостоящий достаточно, поэтому его на бумажках не хотят выполнять. Сейчас заказали еще рабочую документацию. Это имеется в виду вот то временный вот этот круг, да, который хотели сделать постоянно. Да, ну там же реконструкция должна еще произойти, и пешеходные переходы, и светофорное управление. Далее, не в этом месте. Угу. Ну, вот я боюсь, что мы можем в этом году не успеть его сделать, хотя он в планах этого года стоял. Думаете, что перенесут? Да. Но пока не точно. Пока не точно. Юрий Шлемензон, депутат Кировской гордумы, был в нашей студии в программе «Особое мнение». Спасибо большое, Юрий Львович. Спасибо. Мы на этом эфир завершаем. До свидания. До свидания. «Особое мнение» на 101 FM.